Matt C, round two. This Murtazali is not Murtazali. Maybe Murtazali is most popular last name in Dagestan. Mm-hmm. Yes. For example, like Smith in America, yes? They're both easy to say, too. Ну, Курбанов молодец, да? Красавчик, просто вообще выиграл по делу. А Эрбек, вот что вот ему тяжело было в 66, да, выдыхался, что даже 74. Все то же самое. Да, да. Да видно, он в конце уже. Что-то беда у него. Да. Да. Может быть, вполне. Ага. Что? А, да, Рик, да, би, да. И с Иванова, да, давно. Ну, правда, давно уже был. Да. А кто? Seconds left, that guy's gonna win. Batirov, the Batirov, but good Batirov, very good wrestler. Lost his first match. Чувашин рестлер. Заур Кармилов, Ханты-Мансийский автономный округ. Ибрагим Мурзаев, Московская область, приглашается на ковер А. Адам Батиров. No, not Adam. Shamil Batirov. Okay. He's not a brother. He's not a brother of Adam. Say that didn't yes, Mavlet. But he's enough famous wrestler in Dagestan. Thank you.
уважаемые зрители, мы знаем, что во многих семьях борьба Чеченский рестлер defeated Дагестан.